Вот, но настоящая новогодняя атмосфера царила в столице уже накануне. На Киевском вокзале прошла презентация поезда Деда Мороза. Его передвижная резиденция вскоре отправится по разным городам страны, о чем мы только что и сказали. Там будет большая праздничная программа в составе аж 19 вагонов. В них предусмотрены места для игр, для квестов и ресторана, а также кукольный театр. Все, что нужно для предсвадебного путешествия. Я считаю, это вообще это роскошь. Все это украшено гирляндами, росписью, все очень красиво. Ну, а принимал состав сам волшебник. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Мне ребятишки пишут очень-очень много писем с разных уголков нашей необъятной страны. И зовут в гости. И этот поезд сделан специально, чтобы каждый ребенок, каждый взрослый мог прикоснуться к чуду. И это просто замечательно. Мне поезд очень-очень понравился. И нам он тоже понравился. Каждый год маршрут поезда меняется. На этот раз точкой отправления станет Тайшет. Это город в Иркутской области. Оттуда состав стартует 19 ноября. В столицу прибудет 3 января 2025 года.